день третий. Пришли в гараж, наводим уборку. Все лежит. И сейчас начнем работать. Ну вот наступил третий день тоже уже. Ребята все измотались, ну потихонечку дошивали то, что начали делать. Как видите, вот эти колечки на динамике, так как у нас маленькие динамики стояли, мы решили их поменять. Выкройки уже были готовы, и ребята начали их проклеивать. Ну а после того, как уже проклеиваются выкройки, вот таким клеем. Многие спрашивают, что же за клей. И кто интересуется клеями, которые, возможно, используются, вот несколько техничек. Кто не успевает почитать, просто поставьте на паузу, почитайте. Вот данные клея используются в проклейке обшивок. Ну, наверное, самый изнурительный момент – это обшивка. Обшивка вручную. Здесь что, стойки? Стойка очень, форма неудобная. И ребята измучились просто с ней. И решили вручную обшить все, сделать, как бы обойти эти все изгибы. Кропотливый, конечно, труд. То есть я наблюдал это, могу с уверенностью сказать, что все это очень и очень нелегко. Ну, у нас новая магнитола. Ребята, вот такой чехольчик решили ручной работы тоже сделать для чехла. Ну и мы не знали, что дальше будет с музыкой, и решили сделать съемные кольца. Как видите, они прикручиваются с той стороны, и при желании их можно снять. Ну и завершающая работа — это уже сборка всех деталей. Еще одна обшивочка осталась, но здесь уже по накатанной схеме. Уже наступил вечер, собирали мы машину около 2 часов ночи. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Thank you.
салон мы еще покажем, когда мы его намоем, начистим и соберем полностью, так как он еще не собран. И в следующем ролике мы, наверное, вам продемонстрируем данную музыку. Послушаем, как она звучит. Конечно, это не конечный вариант, но все может быть, что может быть, мы так и оставим. Звук нам нравится. А на сегодня мы закончим.